Вещи, которые все родители Хенрайка School Public Schools должны знать. Повестка дня. Важные даты. Ресурсный центр для семьи и педагогов. Департамент семьи и взаимодействия с общественностью Хенрайка County Public Schools. Лето, еда, поддержка и репетиторство. Восстановить Ричмонд. Взаимодействие с мультикультурным сообществом. WhatsApp. Помощь ICNA. Тестирование волонтерства. Важная дата. 2021-2022 учебный год. 27 мая школа закрыта. 30 мая школа закрыта. День памяти. 16 июня полдня. Учащиеся последний учебный день. 20 июня школы офисы закрыты. 16 июня наблюдается. 24 июня офисы закрыты. 2022-2023 учебный год, 29 августа 2022 года, начало школы, 19-30 декабря 2022 года, зимние каникулы, 3 по 7 апреля 2023 года, весенние каникулы, 9 июня 2023 года, последний учебный год, день для учащихся. Семейно-педагогический ресурсный центр. СПС, Семейный педагогический ресурсный центр, предоставляет информацию, образование и поддержку учащимся, членам их семей и преподавателям в наших школах. В центре есть ресурсы для семей и преподавателей, которые заботятся о росте и развитии всех учащихся, уделяя особое внимание дополнительным ресурсам для тех, у кого есть особые потребности. Центр предлагает семинары, основанные на интересе и запросах родителей, и включает такие темы, как выбор программы средней школы, навыки обучения в начале и средней школы, переход от начальной к средней школе и программы, представляющие особый интерес для родителей, одаренных учащихся и учащихся с особым образованием. Чтобы родители знали об этих уникальных возможностях обучения, все мероприятия публикуются на Хенрайка County Public Schools TV, образовательном канале доступа округа Хенрайка, а также в календаре ресурсного центра для семьи и преподавателей. Семейный педагогический ресурсный центр. Сотрудники центра ежедневно отвечают на телефонные и письменные запросы о предоставлении информации. Запросы могут быть разными и могут включать вопросы по таким темам, как продвинутое зачисление, рекомендации по специальному образованию, программу для одаренных и квалификационных требования для участия в программе Head Start. Довольно часто в центр звонят семьи, переезжающие в округ Хенрайка из других населенных пунктов, которые хотят узнать о специальных программах в школьном отделении. Родители также могут позвонить в ресурсный центр для семьи и педагогов и ознакомиться с материалами по телефону. Затем материалы можно отправлять в школу по выбору родителей, чтобы их было легко забрать. Местонахождение ресурсного центра для семьи и преподавателей – 1001 North Laburnum Avenue, Хенрайка, Вирджиния, 23223. Часы работы с 8 до 3:15 с понедельника по пятницу в течение учебного года. Департамент Хенрайка County Public Schools по делам семьи и сообщества ФЕЙС. Академия строительных мостов, общественные учебные центры, как связаться с отделом, сайт здесь, телефон 804-226-5340, контактное лицо Дебора Рингоулд, координатор по работе с семьями. Bridge Builders Academy. В Академии Bridge Builders Государственной школы округа Хенрайка проводятся виртуальные встречи и обсуждения множества тем, многие из которых связаны преимущественно с виртуальным обучением. Их панельные дискуссии и общественные беседы о расовой справедливости и изменениях стали популярным и мощным дополнением к сериалу. Академия строителей мостов предоставлена Департаменту по делам семьи и сообщества Хенрайка County Public Schools и ресурсным центром для семьи и педагогов County. Посмотрите переведенные видео прошлых сессий, посетив их страницу на YouTube. Посетите Академию строителей мостов, чтобы узнать подробности о предстоящих сессиях. Для получения дополнительной информации о ресурсном центре для семьи и педагогов посетите веб-страницу центра. Летние лагеря, репетиторство и продовольственная поддержка. Летняя академия 2022 года. Летняя академия Хенрайка County Public Schools – это уникальная программа, которая дает учащимся начальной, средней и старшей школы важные возможности для обогащения, восстановления кредита и исправления. Выпуск 2022 года будет проходить на 26 площадках графства, 11 начальных школах, 7 средних школах и 8 старших школах.
а также летнее онлайн-обучение для студентов Kinraika Virtual Academy. Чтобы узнать больше, нажмите сюда. Доступны бесплатные занятия с репетиторами здесь. Если ваш ребенок хочет стать репетитором или вам нужна продовольственная поддержка, обратитесь к координатору ресурсного центра для семей и педагогов Алексис Симон. Ресурсы за пределами Kinraika County Public Schools. Восстановить Ричмонд. Участие мультикультурного сообщества округа Kinraika. Восстановить Ричмонд. Восстановить Ричмонд работает над тем, чтобы предоставить беженцам и новым иммигрантам ресурсы, необходимые для создания корней, создания сообщества и обретения независимости. Если вас интересует курс изучения английского языка для взрослых в районе Kinraika, нажмите здесь. Если вас интересуют курсы гражданства, нажмите здесь. Заинтересованные в USA Hello онлайн-центр информации и образования для беженцев, просителей убежища, иммигрантов и гостеприимных сообществ. Нажмите сюда. Reestablish Richmond предлагает учебные курсы для учащихся на арабском, дери, непальскому, пушту, испанском и суахили. Для получения дополнительных информаций нажмите здесь. Как вы и ваш ребенок может принять участие и восстановить Ричмонд? Волонтерство. Чтобы стать наставником, репетитором или помогать шить, нажмите здесь. Стажировки, чтобы подать заявку, нажмите здесь. Предложение работы, чтобы подать заявку, нажмите здесь. Восстановить Ричмонд. Если вы или кто-то из ваших знакомых недавно переселился в Ричмонд и хотел бы воспользоваться одной из программ, указанных на предыдущем слайде, пожалуйста, заполните форму ниже. Восстановить Ричмонд свяжется с источником направления в течение одной недели после подачи заявки. А член нашего отдела по связям с общественностью свяжется с клиентом. Однако из-за большого количества рефералов сообщество время ожидания в настоящее время составляет от 2 до 4 недель, прежде чем мы сможем установить первоначальный контакт с клиентами. Взаимодействие с мультикультурным сообществом. Программа вовлечения мультикультурного сообщества представляет доступ к ресурсам, ключевой информации и различным возможностям взаимодействия для разнообразного населения, состоящего из мультикультурных жителей, иммигрантов и беженцев, которые называют округ Kinraika своим домом. Отдельным лицам и общественным партнерам рекомендуется приезжать сюда, чтобы узнать и найти услуги, поддержку и доступ, который жители имеют право получать по всему округу. Если вы новичок в округе и давно проживаете в нем, полезно иметь доверительные отношения и ресурсы для улучшения вашего опыта, отдавая приоритет языковому доступу через услуги устного и письменного перевода, мы сосредоточены на построении прочных партнерских отношений между округом и сообществом. Ссылка на сайт здесь. Нажмите на фиолетовую вкладку в правой части страницы, чтобы перевести информацию веб-сайта на другой язык. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Раиной Ван по электронной почте. WhatsApp. WhatsApp становится все более популярным инструментом для общения среди неанглоязычных сообществ. WhatsApp – бесплатное приложение, которое можно загрузить на любой смартфон и компьютер. Прост в использовании, работает при любом соединении Wi-Fi и намного дешевле, чем отправка текстовых сообщений. WhatsApp – самое популярное приложение для обмена сообщениями в мире, которое используется почти в 200 странах. Удобный перевод. Пользователи могут щелкнуть сообщение, затем нажать «Настройки» и выбрать «Перевести», чтобы затем перевести это сообщение на любой язык, который вы предпочитаете. Пользователи также могут загрузить расширение автопереводчик WhatsApp, чтобы входящие и исходящие сообщения автоматически переводились на более чем 100 языков. Эта функция доступна только в интернете. ICNA Relief, Вирджиния. ICNA Relief стремится помочь малообеспеченным в США через общенациональную сеть приютов, продовольственных складов, медицинских клиник, программ развития навыков, служб помощи при стихийных бедствиях, услуг для беженцев. Для получения информации о временном жилье для женщин ICNA, пожалуйста, свяжитесь с Жаклин Мухаммед по телефону 703-558-9655 или по электронной почте. Продовольственные кладовые. График распространения в Ричмонде на 2022 год. 2-4 субботу месяца с 11 до часу дня. Каждый вторник и четверг с 16.30 до 6 вечера, только по предварительной записи. Местонахождение Lafayette Avenue 3009, Ричмонд, Вирджиния 23228.
контактное лицо продуктовой кладовой Сидику Харви. Номер телефона 866-354-0102. Добавочный номер 1613. Электронная почта здесь. ICNA также предлагает обучение базовым навыкам в таких областях, как компьютерная грамотность и составление бюджета. В центре также предоставляется образование для тех, кто изучает английский как второй язык, наряду с возможностями консультирования другими услугами. Офис ICNA в Ричмонде, 3009 Лафайет Авеню, Ричмонд, Вирджиния, 23228. Ричмондовские координаты по связям с общественностью Хамна Салом. Номер телефона 866-354-0102, добавочный номер 1610. Электронная почта здесь. Ресурсы для тестирования. Практические задания – это тестовые задания, сгруппированные по областям содержания и классам или курсам, которые могут использовать учителя, родители и учащиеся в Вирджинии. Они служат примерами типов заданий онлайн, тестирования, в том числе заданий с расширенными технологиями, которые представляются учащимся во время онлайн-оценки штата. Обратите внимание, что наборы практических заданий не являются полными тестами и не предназначены для охвата всего содержимого для уровня обучения или курса. Доступ к практическим элементам можно получить с помощью стандартного веб-браузера, выбрав кнопку ниже. Альтернативный способ доступа к элементам практики – загрузить и установить приложение. Ссылка на практические задания здесь. Вот ссылка на полный список семейных ресурсов на веб-сайте Департамента образования Вирджинии. Здесь. Волонтер с Кенрайк Каунти Паблик Скулс. Ваше участие в качестве волонтера может внести ценный вклад в образование в округе Кенрайка. В то время как волонтерские задачи варьируются в зависимости от потребностей отдельных школ, необходима ваша помощь. Добровольцы могут служить помощниками в классе, канцелярскими помощниками в офисе и библиотеке, репетиторами, сопровождающими, консультантами в данной области знаний и в других качествах. Добровольцы могут улучшить школьную среду, что приведет к лучшему академическому и социальному развитию учащихся. Если вы хотите стать волонтером, пожалуйста, заполните заявку волонтера-наставника и отнесите ее в школу, в которой вы хотели бы работать волонтером. Если у вас есть вопросы о возможностях волонтерства, обращайтесь в соответствующие школы. Спасибо за просмотр. Обратитесь к Савьеру Бесси, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.